Реально. Так, о. Перед всеми, как сделали дерьмо, звали через Тосика. Прикупил себе новый бренд-танк. В-202. Вот он. Я не уже по пару боев поехал, дождался. Да. Мне он понравился. Правда, здесь брони, я толком говоря, но очень не зря его купил. Кстати говоря, вот, ёлка давно закачал уже. Я вам Тосик выкладывал недавно. Так, видите, еще 4 дня према выиграл себе. Вон танчик прикольненький выиграл. Может, могу на нем поехаться. Да, еще перка не почти все. Он тоже редкий, а. Еще на первый бой на нем поеду. Только, правда, сервер не тот. Для моего региона лучше второй или седьмой, либо первый. Ну никак, не восьмой. А. А что вот такие? Мне вот нравится, что они сделали ёлку-то прикольненько. Вон, я прокачал себе уже. Все, 5 уровня, все. Вот. Снеговик, дом и освещение. Вот. С Новым годом поздравляю. Так, и вон, столбы и дворик тоже классные. И вот. Украшение, видите, китайское, мне 47. Мне 47, надо 61, чтобы получить его. Легендарную, в общем, краску. Для китайский танк. Редкую, как я получил уже на МХ. Вот. Видите, у меня олени здесь, а? Ой, я не туда нажал. Олени у меня вот здесь, а видите? Классный цвет. Ладно, я на нем первый бой пойду. Ну, его не нравится постоянно кидать еще до уровня, только четвертом. Вот только минус, все знают, куда же шить меня. Ну, смотри, какая-то священная долина. Блин. Это как нормально, а? Не то, что малиновка, просто как. Я здесь чисто на нем на голде, в общем говоря, играю. Потому что ПП у него, поймите, он вообще херня, блин, а? Так вот, так как я свой такой бог могу добить, не ПП. А, да, я, да. Максимальная скорость 30 км в час. Свечу, свечи. Так, ну свети. Видите? Вот это танка, чё, меня поражает. Я что, не понял, это меня слушает меня. Слышу, пока я не прокачал боевой браст. Да вот как палец, блин, поехали. Здесь у него еще, ну, у него вообще дозвателя нифига нет. Так, у него хотя быстрее, дозвателя ему нельзя покупать. Хотя я вместо дозвателя купил себе рога. Я нашел их ненадолго, решил до сих пор писать на максимум на часика. Ну и сейчас потом побольше запишу. А еще раз всех наступающих Новым годом. Когда он давно разлюбил, ну и еще и хочу еще раз поздравить всех, кого я буду. Блин, пока доедешь, это серьезно. Его скорость это просто поражает. Да? Пока я доеду, блин, уже всех разберу. Какой танчик, а? Фига он быстро меня поехал. Просто толкает меня. Заубали, а? Дают нормально поехать. О боже, а? Блин, надо быстрее ехать, а? Давай, давай, не тупи, ты же тупи, тебя ладно. Его решение, я пойду. Да, я думаю. Ладно. Да, куда я думаю, жалко дойти, умоляю. И тут не. Пробитие. Сейчас спокойно пробил. Висит. Колебание. Пробитие. Как все шьют, все. Все шьют, да не серьезно. Вот это же ПВ пробивают, да, не всех руководит. Это значит, ты уже после меня поражаешь. Меня просто. Серьезно что ли, убили уже? Ёлы-палы. А, надо уходить назад. Надо идти назад. Кто остался, кто побег? Да, вы со всех сторон, а? Это не судьба, походу. Все еще нормально бой, не могу писать.
Цель пробития. Зашибись. Что? Я на один бой. Да? Я... У меня большие уровни, у тебя таких нету. Что? Не-не, я на один бой. Пускай будет у него взвод, но я сейчас выйду с взвода. Я с ним хочу с мелком играть. О, сразу 4 коробочки, а. Основной калибр, защитник, вообще круто, а. Говорю, спасибо за бой, я пошел, давай. Удачи тебе. Ладно, сейчас прокачаю. Здесь понятно командир. Без него никак. Так, механику. Ремонт. Ты бы выбрасывай, конечно, был лучше. Но ремонт, ладно. Следующий перком. Сразу насколько прокачалось, да? Сейчас открою коробочку, что там выпало, посмотрим, а. Ой, не то. Ну, значит, когда прикольненький, а. Потом я думал, у меня убьют, но повезло, а. Не убили. Ладно, как, открываем коробочку. Смотри, праздник вообще прикольненький, а. Так. Поставляем. Дают не то, что нужно. Хотя... Не, мне нужна китайская, и китайская ни хера не дают. Ну-ка, последнюю. Ай, блин, разочаровали меня, ладненько. Поедемся на нем. Посмотрим, куда закинет. Ну, что с примом вообще реально прикольнее, хотя без прима у меня нога красивая. Я так и знал, блин, а. Хотя бы где девятым, а. Это в 10-м заколебывают они, честное слово. Минус этого танка, то что 10-м уровня кидать просто капец. Бани, конечно, нету, это же средний танк. Это же не супер пеш, а. Кто он? Кто по вибраниям у меня ББ 226, а? Хотя вот, блин, а ты нет, это круто. Карта тоже прикольная, зимняя, еще вторая. Я чувствую атмосферу нового года. Так, что-то я вот показываю вам, кто не знает, идите. Как и пробиваемость 226, повреждаемость 230, голдой 258,
Пробиваемость то же самое, побеждаем с Донбассом. 280. Пробиваемость 42. Это херня вообще. Как по большому. Сколько коробок купил? Как же понять, здесь 6 или сколько коробок купил, я не понял. Нам не... Нам-то не ври. Ай, блин, нам-то не ври. Ой, ёй. Еще лампочки нет, я уже знаю, кто это будет. Ладно. Везунчик. А в каком смысле, я все не понял, друзья. Тайпа что ли выпал? Тайп выпал. Ё-моё. Т-30. Не-не-не-не. Там сразу ангар. Вот это, сука, красненький тварь, а. Там сразу же бессмысленно ехать. Я отсюда буду. Арты не все равно. На кой хер мне ехать вперед? Я С3 твою налево, С3. М103, ты только скотина. Капец, а просто отделали, а? Тварь, больше не пробьешь тебя с такого-то расстояния. Я можно попытаться, в принципе говоря, маус. 130, там это уже будет все. Это просто в ангар. Ты за колебо постоять можешь? Я не промазал, что ты за колебо не стоишь. О, мой танчик, а. Какой у него оленя нет. А, борщ давал. Да я понимаю, еще. Так до хера хп снимали. Снималось, да. Сразу, так, да, сразу. Блин, вот куда, видите, куда потом летит, блин? Я не в башку ему, а, блин, в манду какую-то, а. Блин, это не серьезно, это колёв будет. А назад вы едете, что ты делаешь, Истрия? А? Ладно, вообще надо уехать назад. Сам. Пока еще возможность есть. Что-то там сейчас стремились на придурок 9 уровня. Какого фига там стоит? Он вообще не играет, да? У него вылетело. Пойди налево, а. Толку не вижу я. Ехать уже. Лучше по-другому. Ты спишь, блин, или что, придурок? Нет, никакого хера не достаешь там. Найдите панки, придурок, да? Я, ну я спалил уже. Яга 8-8, тогда я понимаю, почему почему так быстро бомбили нашу команда в этом танке, а? И мысль этот тупит, это просто клинит, а? Бросили, да? Это что-то сделал, если не танк, не тяжелая. Только мне с тобой оставаться. Вот кто это, да, он говнюк, а? Эти придурки не могут справиться, что вы там стоите? Боже, спасибо. Красная лампочка, это просто клинит, да? Какой хрена рикошет, а? Засали. Затупили. Да, все понятно с ним. Надо палец. Смотри, вообще реально придурок, а? А, слив, блин, куда 2-7, куда вы туда сидите? Я вылез, я не могу, там еще не там будет. Это за что ж такая тупая блядинская команда, а? Thank you.
я не знаю, все нормально, девка. Я нашего мамка, блин, не может он убить твою мать на Рио. Команда, это танки не ахти, танк все равно мне нравится. Да, у него из всего, вообще танкует, но только башня. У него только башню можно танковать, хочу сказать. Нужна помощь. Каким хреном? Вот, сука, заряжающего танка. Фугас я 8-8 может было. Ну уже не до фугаса, а. Уже не до фугаса. Давай, Дима, КД. Пробитие. Не пробил. Вот и мася. Скорость вращения башни снижена. Цель захвачена. Конечно. Танк уничтожен. Команда 5 за 15. Как тащили, как могли, а. Тварь не сдохла. Кстати, 1 ты, ублюдок, у тебя хп осталось. Фу. Да. Танкую команду этот танк. Серьезно, а? Опять 9-м, да, 10-м. Карту дали кончено, ну серьезно, что таблиц твой иметь? Хотя надо было ехать направо, а? Сам тупо. Чисто тупо втроем тащили, как могли тащили, а? Хотя бы до 5 да, довели, а? Ладно, чё с этими ублюдками? Прощайте эмоции, блин, с этого ублюдки, козлы, блин, а? Козлую хреновые раки, блин, а. Поэтому не люблю, но если я такого не пишу. Еще, блин, МС, блин, на интернет, блин. Какого-то хрена. Бой начинается. Здесь, наверное, не буду лезть. Да, танки в среднем вообще, блин, наверное, полиция. Поспозил, наша команда смотрит, что хера не сделала. Ты бы посмотрели в раке, как все, а. Такая калит дуэль, это мы по банке летят. Давно бы парашили в правую сторону, пока вот поддержали базу. Они твари, блин, даже это не смогли сделать. Что они точно могли сделать, как это слиться? Почти попало. Спешка это да, это бред. Тупо 5. Куда их? Я его голову не пробил. Что по скайпу куда убили? Сука, что ты делаешь, придурок тупой? Боже упаси, не-не-не, я точно поменяю себя, а? Спортивное поведение. Сука, что ты творишь, тупой, ты идиот? Дебил, что ли? Боже, вот.
30% банды идет. Сейчас это вообще прям то бишь по нашему другому ходит. Ага, тупо 5, блин. Ну да, пробить его тут, блин, тупо 5. А мне хотя бы выпасть 250 бы снимать, блин, 230 не серьезно. Все, на меня север, это не серьезно. Да такая же команда, блин, тупая, боже упаси. Не, все, нахрен, седьмой сервак. Блин, дебильная команда, просто дебилов. А. Решил, блин, записать видосика. То и налево. Ладно, еще 2-3 боя и все. Не будем, пожалуйста. Нафига. Так, я уже прокачал, говорится. 1007, мне уже все, хокат открыт. Он топовый. Так, ну я сейчас боек поеду на классе. Вот теперь вот, мне надо качать КВ-3 и класса. Ну и ПЗ-шу, конечно. Не, вообще с ней пока пушку более-менее установил. Вот что на ней надо купить, а. На нее. Так, тасыватель же есть. Есть, он вообще 100 стоит. Так, что же еще? Вентиляция. Она вообще есть вентиляция. Дополнительный... Нет, это не нужно. О, улучшение вентиляции. Вот. 5 уровень уже будет нагибной. Так, и что ж теперь еще лучше, а? Ящик, кстати, имеет скорость ремонта. Попробуем этого херню. Все, ладно, больше ничего не понял. Понял. На нем хочу поехать, ладно, на оленях. Где же у нас в команде, блин, олени, а? Блин, основную карту я хуже на другую, а. Я почти разобрал эту тварь, у него просто КД быстрее, чем у меня. Как бы я его разобрал бы, а. И еще этот 10 уровень снимает больше, чем я. Честно говоря, я не знаю, куда ты съехать, а. Ах, да нет, это супер, это класс. Мы приглашены в Москву. Ехать не знаю. Не, извини, я без взводов. Смысл взвода никакого нет. На ПЗ я победил, чисто просто повезло. На этом сервере так поражение было бы тут. Мне взвод не нужен. Бой начинается. Видите, вот какой классный светло. Леди я в этом свете, уникально. Я же выиграл его. Ладно, вот, что он? Ладно, там, значит, 5 уровень кинул. Потому что можно было понять, какой. Да, попробуй понять. Потому что я не хочу объезжать, так пока объеду, я хочу сидеть, я не успею. Блин, красный КД вообще не больше поразил, я думал, нам больше снизится, она снизила всего, блин, 19 секунд. Следующий шаг. Ух, хорошо, ну а тут не очень. Не, уже спалили.
Не, один раз только попали бы. 123 по разведанным данным. М-103, не тупи, пожалуйста. Боже упаси. Назад, все, согласен, вот это возьмем. Что надо назад. Наскок. Правильно говорит, не разберут. Их не делать. Противник разбился, но хоть это надо. Ого, если его побили, то меня не падало пробили. Боже упаси, а тут еще быстрее такие блядь. Мне 6 не пугает, меня пугает другие. Каким хреном, может, враги уже видят, что я здесь нахожусь? Смотри, ты тупой, дебила. Просто он тупо рывая животное, а? Тебя просветит, ты придурок, реально, блядь. Дал бы включить эту тупую, так вот проделай. Спасибо, что я не закидал бахнем, в мозги не пришли свои. Я самый далекий буду стоять. Блин, какой же он тупой у ДТБ, а? Т-10. Что там у них? Ага, Т-6, Т-10, еще 3-9. Еще скорпион, блин, сзади стоят. Я этого козла увижу, не увижу. Васик, не побить, это сумма не побить, я вот так вот. Блин, это спешка моя. Сейчас. Задал упал, стоит. Я знаю, как меня ты посадил. Два раза скорпион, я нес, я грилли, как это называется. Название ее. Я английский не знаю. Я без сути. Да что ты творишь, а? Да думал все же, блин. Да, рано на него идти, а. Снять только 200 забой, это конечно вообще назад. И он Т-4 еще пил, он что, черная КТ у него что ли? Ехать.
Блять, каким хрен, да? Шкребанный командир, ну, блин, сука, помощь нужна. Вася, что тут такие-то тупые, а? Командир, блин, командир. Нахер! Командир. Это 10-8, вы, не 10. Сука, 6, а. Блять, как ты промазала? Пробил меня. Давайте, обходите, да. Не, ну почему я 270 снял, а не убил, да? Мразь. Жаль, блин, а. Рикошет еще. Забить на этому просто рикошет сделать, а. Сдохни, ублюдок, а. Отбил я, правда, вообще полный хер. Вот, Бош. Сейчас делать набил я вообще полную херню. Захват. Да, захват. Это бы за панелем для защитника получила. Базу, братья. Крица ствол вверх. О. И так вот. Серьезно, что ли? Ну вот, нормально убили. Победа есть. Здесь победила. Вот так вот я стану. Защищающий вклад в победу, Крица. Крица Сайфер получает. Миллион голды. Да, если я столько получил бы, было бы четко. Ну, хоть коробки получил. Танк как мог тащил, а? Как мог. Ну-ка, что здесь дадут? Пробиваем их получил. Хотя урон сейчас говорит крайне. Вот, четвертый, Дед Мороз. Конечно, я вообще херню набил, хоть вышел. Так, ладненько, сейчас на чем-нибудь проедусь быстренько, а то уже свое время лети.
Форс у меня уже топовый, я иду теперь на КВ-25, который у нас в топе. Хеллкаты тоже уже открыл, не думаю, кого покупать из них. Хеллкаты класса, я не знаю. Да, ну когда класс был 6 уровня, он намного лучше был, а сейчас. Да не, я то не поеду. А, Т-4 у меня уже на подходе. Т-67, бля, как крыса, бля, не видно его никуда. А надо, да, да, обходить, иначе я не знаю, что сделаю. Все, надо обходить реально. Блин, каким хреном он не попал, он тут, блин, позор просто, да. Осталось вообще еще немножко, а 28 надо
Пугать тебя не знаю, открывать, не открывать. Ладно, я все-таки хочу на тебе поимиться. Да, это последний бой, и все. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Ну, как говорится, ставьте лайкосики. Все пальцы вверх. Я просто еще наконец-таки меня кинуло в стоп, я дождался этого. Два раза, блин, девятым уровнем. Нет, один раз девятым, ну десятым, блин. Я 907-го бы я бы разобрал. И опять зимняя карта. Три раза зимняя карта. Вообще я ее люблю. Зимняя карта, я. Если зиму люблю. Даже мой танк подтверждает это. Своим классным цветом. Но больше мне понравился нам Хавлин. У него олени. Олени, блин. Вот этот классный цвет уникальный. Нигде его не возьмешь, только выиграть можно. Я ни одного танка такого не видел, а Амхай или хоть из другого, сюда меня. У нас Супер-Берг тоже классный танчик, у меня есть Саксы. Критерий пока не меняется, потому что у меня экипаж по хотям. D6. И DP. D6 меня чем бесит, блин. Потому что, блин, на ББ ни хера не поиграешь нормально, а? Да. Это не минус просто его из-за 6-го. Давай не будем мешать тебе, пожалуйста. 416. Ух, сбил. Скотина по 400 снимает. Конечно. А, это Супер-Берг, ты уже на голове. На голубочке. Ах ты, Супер-Берг, а. У меня стоим, айсты, а. Пошел нахуй. Блин, они все на голове сейчас, а что ли, любой танк, не броня. А, ну они тут клёвые, или да, конечно, скоростненько. Сейчас только столько толкаться, а? Я думаю, я убил. Я убил бы его, а придурок, если убил. Ладно, я здесь стою, чтобы в жопу не зашли. Меня себе сверх больше убрать. Говорит, на голде меня спокойнее. Меня на ББ спокойнее пробьет. А он просто на голде. Меня тупо мусорить берет. Как-то не будет риск.
атаковать. Вытащил, вытащили команду, а. Там не было выбора, блин, против первого. Когда надо тащить команду, даже на голоде играть. Хотя вот танка, пробиваемость хорошая.
на голде не особо не надо было. Но, знаете, если бы я спешусь не был на голде, меня бы разобрал бы. Так ладно, это мой последний бубоёк. Я получил сюда за 1000, это круто. Набил 1700 вообще. Пусть, конечно, мало, после голды постоял. Но все же нормально, ладно. Открываю коробочки и все. Теперь пешка, конечно, тоже на голде был. Выпадет, а? Нужно в китайское что-нибудь выпадет или нет? Да. Сейчас, давай. Хотя еще увидимся. Это просто давно я танковый датчик как-нибудь записывал, а? Так ладно. Всем покидаю. Удачного всем дня. Побольше побед. И только в танках.